Трехлетние дети часто пробуют перейти границы дозволенного, чтобы понять последствия и посмотреть на реакцию родителей. Это совершенно нормально. Задача взрослого при таком поведении малыша – сохранить спокойствие и не повышать голос. Если вы что-то требуете от ребенка, делайте это уважительно, уверенно и однозначно. Например, если время прогулки завершилось и вам нужно вернуться домой, не спрашивайте кроху, пойдете ли вы, ведь в таком случае ребенок получает возможность выбора. Его ответ может быть и да, и нет. Попытки переубедить в случае отрицательного ответа могут привести к капризам и истерикам. Чтобы такого не случилось, подбирайте короткие и недвусмысленные фразы. Скажите, что через 5 минут вы уходите с детской площадки, и ему сейчас нужно собраться. Выразите свое понимание, что малыш расстроен необходимостью идти домой, но планов это не изменит. Так ребенок поймет, что споры с мамой бессмысленны. Такой подход к решению капризов на улице позволит воспитать у ребенка уважение к чужому мнению и построить здоровые отношения.